что снять вентилятор? Что там ждешь? Сейчас снять? Снять, а для перископа. Да. Стой. Ой, что нажал, бля? Фух. А что, он без этого, что ли? Как мне убрать эту хрень? А, здорово, друзья! Как его? А, как вам мой причесон? Это я. Это он самый, дядя Сережа. Вы слышите? Вы слышите их? Слышите? Или только один я слышу? Это сверчки какие-то, блин. Здесь темнота, тишина. Что у вас хорошего? Расскажите мне. Интересно. Хожу в зал. Друзья, хожу в зал. Сегодня ехал в зал, что-то закрыт был. Не понял, почему. Что произошло с залом. Походу, сегодня какой-то день выходной, что ли, может быть. Сегодня что, праздник в Таиланде? Почему был закрыт зал? Может, сегодня у них день рождения? Ой, Новый год. Вот банка, кстати, вот она. Видали банку? А вот щелчочек. Че еще хорошего? Как у вас дела? Здорово, Никитос. Че интересного творится у вас там в степи? О, машинка какая-то приехала. За мной, может быть. Превращаюсь в гашана, короче. С тайскими каникулами что-то не нашел адрес я. Потом поехал там на Биг Будду, еще что-то куда-то, магазин. И в итоге вечером только увидел, что мне скинули другой адрес. Так что завтра заеду на тайский, посмотрю, что там будет. Что там будет происходить. Ой, холодно, да, у вас в Москве там? А у меня тепло. У меня жара. Все хорошо. Привет и Киев вам, друзья. Так. Немножко не нашел. Не нашел немножечко виллу я. Подождал там полчасика, посидел. И поехал по своим делам. Каким-то. По своим беззаботным делам. Сейчас голова что-то болит у меня. Болит голова, если честно. Что болит? Под вечер, второй день что-то болит. Не знаю, может, Гашан привез какую-то болезнь. И у меня заболела голова из Вьетнама там. И Беларуси. Беларуси, привет тоже. Правильно сказал-то? Походу, сгорел нос, представляете? Походу, сгорел, и теперь буду с красным носом ходить. Как самый настоящий Дед Мороз. Да дела, в принципе, нормально. Надо заниматься работой, писать программки, консультировать там. А вот, и чё? Да и всё. Всё тут дела без какие-то беззаботные. Вроде что-то весь день делали и в итоге день просрали. Съездили, покупались, погонял на велике. И чё? Да и всё. Пожрали несколько раз, на Биг Будду съездили. Пожрали там, в кафе их посидели с хорошим видом. А вот, да и все, что. И опять я здесь. О, черт, какая-то зараза на меня напала. Смотрите, вот она. Черт, это ж огромный какой-то, блин, какая-то жесть. Как мне передвинуть камеру быстрее? Вот он, этот, блин, опасный, блин, жук. Прям походу хотел. Черт, как назад. Хотел походу меня сожрать. Но, блин, слава богу, не сожрал. О, такие дела. И вот у меня есть еще борода. Борода подошла. Тарас Бульба, похож. Альбуан, а кукол? Макака, кукол. Это, короче, я дрессированный обезьян какой-то нашел. Она банан собирала, и, короче, я думаю, соберу.
Заберу, пусть убирается. Ну кто на что бы Серега сбрил мне бороду, а? Стоит сбрить бороду? Стоит мне сбрить бороду Может, или нет? Может нам сделать это в эфире Перископа? В натуре? Сбрить твою бороду и выставить на YouTube ее. Стоит. Нет, ты смотри, три человека говоришь, что не стоит. Ханенька, вы будешь махаться. Блин, давай, смотри, с Гусевым муай-тай будет. Ага. А они пойдут заниматься. Гошан мой тренер, короче, я явно проиграю, блядь. Походу. Блин, вообще, ты что, знаешь, такое ощущение, что никогда в жизни не занимался ничем. Какие у меня тайские каникулы, блин, стоят. Ну да. Сейчас палок наберем, бит граблей и все. И пойдем. А, ну что у вас еще? Половина сбрей, говорят. Гошан, привет тебе кто-то передает. Походу тебя кто-то знает. Здорово, ребят. А, нормальная борода. Почему потный, мне говорят? Что, блядь, в Таиланде. Сушка идет, ребят. Потому что жир выходит. Блин, на самом деле и на волосы было вообще нормально побриться. Да? Представляешь, как свободно было в голове. Тебе, да? Вообще в голове так. Давай вообще трэш сейчас устроим. Чем? Ставим фанту, давай под фанту подбреемся, куски такие оставим. Не, надо как-то соответствовать шпаку. Шпаку соответствует. А что, он лысый? А у него косичка же вроде как. Косичка. Хреновая такая. Ну все, видите, у меня сегодня последний день с бородой. К Сереге приезжаешь, и он преображает всех людей, так что... Отписывайтесь, пусть вас тренирует, делает красивыми. Ай, бреет вам бороду. Вырастить такую бороду, Гошан. Честно, знаете, как вырастить бороду? Все вопросы к Селиверству. Диман Селиверству. Кто-нибудь его вообще знает? Кто-нибудь знает Димущего-то? Нашего императора страны. Спой напоследок. Какая песня приходит? Только последняя, блин, крылатые качели. Крылатые качели. Летят. Это тяжело терпеть. Сейчас, смотри, уже подписчики. Эй, не хватает зубов от сатанала выпали. У них, блин, этот, походу. Okay. Все, у них там как его сейчас. Говно поперло. Из ушей кровь потекла. О, ну ладно, что, друзья, все, наверное, хватит на сегодня. Умри, все, умер. Так что скоро увидимся с вами снова, друзья мои. Вот банк, кстати, передали банку? Банк.